уважаемые подписчики, зрители моего канала. Сегодня ко мне приехал мой друг, и у него такая проблема. Затягивали гайковертом и обломили две шпильки ему. Ну как обломили? Затянули так, что мы при откручивании они просто отломились. Есть у него такая шпилечка, и сейчас я покажу, как правильно ее установить. Здесь уже все разобрали, парни, без меня. И я вам покажу. Вот здесь в колодке есть место такое, через которое можно установить эту шпильку. Вставляем ее аккуратненько туда. Для того, чтобы она точно у нас встала, нужно нажать на ручной тормоз. Вот здесь он ножной, шпилечка наша установлена. Спозиционировали ее по шлицевой старой, и вот она у нас стоит. Для того, чтобы все это хорошо работало, у нас есть трансмиссионная смазочка. Мы мажем ее под гаечку, где будет гаечка закручиваться, и на подшипник. Чтобы наши ролики, шарики катались хорошо. Пару раз его прокатим и одеваем. Теперь 21-я гайка колесная с Toyota. Закручиваем ее обратной стороной. Шпильку до этого мы уже прошли леркой, чтобы она не закусывала гайку нам. 21-й ключ трещоточный. Попросили хозяина, чтобы он подержал нам. И вот здесь видно, как у нас шпилечка заходит туда. Не в нагляк, не молотком, а аккуратненько, вручную. Сейчас посмотрим, не кончилась ли у нас резьба здесь, и придется что-то добавлять. Резьба уже заканчивается, поэтому нужна проставка. Такая у меня проставочка есть. Мы возьмем ее, установим наш подшипничек. Возьмем гаечку. Это все для того, чтобы не закосячить нашу шпильку. Таким образом установили одну шпилечку, сейчас установим и вторую. Диск тормозной почистили от ржавчины, от коррозии, наносим алюминиевую смазку. Алюминиевая смазочка такая у нас есть. Газеткой закрыли, чтобы у нас ничего не полетело на тормозной диск. Заодно шпилечки помажем, чтобы больше не закусывало. И немножко на диск. Поверхность диска у нас очищена. Наносим смазочку. Это для того, чтобы гальванической пары у нас не было алюминий и сталь, которая на диске, и внутреннее центральное отверстие. Все, можно устанавливать. Это уже правое колесико с этой машины. С ней мы закончили, с задними колесами. Когда пойдет время менять передние колодки, передние колеса мы тоже переделаем под алюминиевую пасту, чтобы не было гальванической пары алюминий-железа. Всем спасибо за просмотр. Всего доброго. До свидания.